нашел новые разноцветные лестницы в Майнкрафте. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на новые лестницы разных цветов с классными персонажами. Смотрите, здесь у нас Влад А4, оранжевый монстр, радужный друг. Это Тейлз, брезгливость, это у нас Сквидвард, Соник, Лунтик и Катнеп. Давайте начинать, пойдем с самой первой красной лестницы. Надеюсь, всех их сегодня увидим. Погнали, друзья, к Владу А4. Ух ты, смотрите, это Влад А4, привет! О, здорово, Зомбак, да, давай, садись в лодку быстрее! Нужно пройти мои супер страшные испытания, там много монстров, наверное, ты не сможешь. Да нет, Влад, я смогу, это легко. Давайте, ой, что там, Соник в конце? Его надо срочно спасать, друзья. Ладно, Влад, я сейчас попробую. Так, садимся в лодку. Вода сама отпускается. Ничего себе, друзья, поплыли, давайте. Спасем нашего друга Соника. Эй, Кельвилли, так нечестно, он тут водой управляет, он поднимает воду, а как мне тебя бить? Ага, отлично, на, получай, проплываем дальше. О, там Спанч Боб и Гил меня какими-то камнями кидается. Ха-ха-хай, у меня все потемнело в глазах, вы посмотрите, это полный мрак, ночь. Ты что со мной сделал, Спанч Боб? Я ничего не вижу, хватит камнями кидаться своими. Ха-ха, вообще ничего не вижу, он мне сейчас так лодку сломает. Отлично, мы его победили, конечно, надо проплыть, попытаться быстрее дальше. Так, что здесь происходит? Вода, стой, подожди. Смотрите, столб воды сам поднимается. Там нас ждут еще новые монстры. Да, меня ждут новые приключения. Давайте попробуем вот с этим справиться сперва. На, получай, зеленая ты монстрятина. Вот так тебе. Отлично. А-а-а, опять, ребята, они просто слепят меня. Вы посмотрите, это миньон какой-то красный. Хватит меня камнями кидаться. Я вообще же ничего не увижу. Так, ладно, возьмем, наверное, вот эту пушку. Давай, вода, отпускайся, мне нужно вон туда. Мне надо быстрее идти Соника спасать. Вон там он, нас Соник, друзья, уже на следующем повороте. Нужно быстрее плыть к нему. Так, давай, вода, опускай меня. Берем, короче, пушки, мало ли тут будут монстры. О, да, монстров здесь нету, но тут все горит огнем. Надо это все тушить быстрее. Так, убираем. Привет, Соник. Привет, Зомбак! Ты за мной, что ли, пришел? Конечно, я тут прохожу испытание Влада 4. Вон он, там он за стенкой. И тут хоп, а тут Соник. Ничего себе, привет. Давай я тебя отсюда вытащу, спасу. И отведем его к Владу 4. Так, вот это все расчистим. Вот, Влад, я спас Соника. Я прошел твои все испытания. Погнали дальше. Ребята, это Катнеп. Он в меня какими-то палками деревянными кидается. Ты че, дерево в меня бросил? Ха-ха-ха. Там еще оранжевые радужные друзья управляют этими цветными оранжевыми блоками. Так, ой, он тоже меня может зрение лишать. Смотрите, если он этой штукой в меня попадает, я тоже начинаю плохо видеть. Эй, ты, Катнеп, иди сюда. Ой, ребята, я полностью потерял его. Он вообще пропал из виду. Давайте попробуем сперва вот с этими оранжевыми справиться, а потом победим и самого Катнепа. На, получайте, монстрёги, давайте. Вот так вот вам, отлично. Сейчас с вами всеми разберусь. А, хорошо. О, опять я слеп, друзья. Эй, Катнеп. А, Зомбак пришел! Тебе не пройти мои испытания! Никто еще никогда не проходил их! Ха-ха-ха-ха! Нет, Зомбак, я... Ой, нет, Катнеп, я смогу пройти! Чё ты думаешь? Ты такой супер крутой, а я возьму вот так вот лазеры. А, стоп, у меня же есть огнемет. Точно, сейчас мы его сожжем. На, получай, Катнеп. Вот так, хватит палками кидаться. Вот так тебе. А, опять ослеп, друзья, да что такое? Ну-ка, хватит. Иди сюда, Катнеп, получай. Он что, бессмертный, что ли? Я на него уже почти все патроны потратил. Он живет, да? Мы справились, друзья, мы его победили. Отлично. У нас получилось, у меня уже заканчиваются пушки многие. Но ничем, я думаю, мы справимся. Блоки? Возьмем их с собой, мало ли пригодятся. Погнали дальше. А здесь у нас, о, тревожность, привет. А это у нас, ребята, зависть. На, только нашу подругу брезгливость посадили в ловушку. Помоги, Зомбак. Да, ее надо вытащить. К-
Конечно, ребят, смотрите, брезгливость, она не в ловушке, она в тюрьме. Смотрите, она реально сказала за решеткой. Брезгливость, ты что сделала? Ничего не сделала, зомбак. Я не виновата, меня ни за что сюда посадили, отпустите. Да, а как могли полицейские посадить ее просто так? Дядь полицейский, за что вы ее посадили? Брезгливость не виновата. Не, конечно, нам все рассказали, мы по видео смотрели, это брезгливость сделала. Мы же все видели своими глазами, она будет сидеть 50 лет в тюрьме. Чего? 50 лет в тюрьме? Да она уже на пенсию выйдет. Так нельзя. Нет, брезгливость добрая и хорошая, я ей доверяю. Ее по-любому подставили какие-нибудь монстры, мы их обязательно найдем. Тревожность, зависть, не переживайте, сейчас мы ей поможем. Слушайте, о, что за сундук, давайте залезем, может там какие-то улики, и они помогут ее спасти? Деньги? А, стоп, я нашел, ну-ка, полицейский, вот деньги, смотрите. Это что за деньги? О, это те деньги, которые украли с банка. А откуда вы их взяли? Мы думали, брезгливость их украла. Нет, никто их не крал, они вон там сверху лежали. А, ой, извините, тогда все. Тогда отдайте нам все эти деньги, и брезгливость может быть свободна. Забирайте ее из тюрьмы. Ах, вы полицейские, конечно, ну ладно, все, деньги мы вернули, и теперь можно освободить нашу подругу Брезгливость. У нее вот эта решетка сама открывается, сейчас мы возьмем, наверное, залезем к ней и... Так, блоки, слушайте, это неплохая идея, мы поставим блок сюда и запрыгнем к ней прямо в тюрьму. Так, давай, решетка, открывайся, опа, Брезгливость, привет, теперь я с тобой вместе сижу в тюрьме. Да, хорошо ты, конечно, придумал, зомбак. А как мы убираться-то отсюда будем? Вместе сидеть будем всю жизнь? Нет, не переживай, я придумал, как нам выйти. Я уже вернул деньги полицейским, они их потеряли и подумали, что ты виновата. Теперь ты можешь быть свободна, ты же ни в чем не виновата. Пойдем со мной, давайте, ребята. О, дверь закрылась, открывайся давай. Опа, а как отсюда выбраться? Так, мне нужны опять блоки, не зря я их взял, друзья. Давайте вот сюда поставим и выберемся наверх. Отлично. Отведем брезгливость к моим друзьям. Вот, все, головоломка вместе. Отлично, друзья, все хорошо, не переживай. Все будет классно. А я пойду, наверное, дальше. Лон, полицейский, все, следите за порядком. Погнали в портал. О, Соник, привет, это снова ты? Ну да, привет, зомбак. Слушай, тут моему другу Тейлзу нужна помощь, срочно! Здесь очень жесткий, опасный лабиринт и весь залит лавой! Отведи меня, пожалуйста, к Тейлзу! Ему нужна помощь! Конечно, да, хорошо! Так, о, ведро воды! Это может нам помочь, Соник, погнали! Сейчас мы здесь всю лаву водой зальем и пройдем вместе с тобой! Айда, пошли со мной, такс! А, вот это, наверное, тебе убрать надо. Ай да, Соник, не этого. Вылезай давай оттуда. Сейчас я тебе заборчики сломаю, то может ты тут застрял, идти не хочешь, боишься, да? Ну сейчас мы найдем, мы Тейлза спасем. Так, все, Соник, пошли со мной, мне нужно тебя к Тейлзу отвезти. Ай, это что это такое? Уйди отсюда, туалетный монстр, на! Так, зелье. Возьмем это зелье с собой, может оно понадобится. Так, опять заливаем лабу водой и идем дальше. Соник, пошли. Так, отлично, Соник идет за мной. Нам нужно просто отвезти Соника к Тейлзу. Это что? Я сперва думал, это, ребят, печаль, но она какая-то печаль, Экзи. У нее адские глаза, скорее всего, это тоже какой-то монстр. Так, отлично, заливаем, проходим. Соник, пойдем. Так, ты где там застрял? Соник. Ты шо этого, не идешь со мной? Пошли вместе, я его заберу, потом там мы, ребят, вместе вылезем. Так, ой, это ребята нап-нап. Ой, какой ты жесткий, он еще язык умеет вытаскивать, ничего себе. Так, что здесь в сундуке? Пусто. Хорошо, идем дальше. А там у нас Хаги-Ваги и розовый радужный друг. Друг на друге катаются. Что? Ну-ка, идите сюда. Куда Тейлза дели? Рассказывайте давайте мне. Быстро. Так. Заливаем всю лаву, всю, и тебя тоже уничтожим, Спанч Боб Экзи. Вот так вот. О, еще одно зелье. Не, а зелье мне не нужно, ребята. Оно мне особо не нужно. А вот и Тейлз, смотрите. Давайте Соника поставим здесь, все. Соник, Тейлз. О, привет, ребята. О, Соник, привет. Ай, спасибо, зомбак, что его привел. Отлично.
Да, все, хорошо. Ладно, хороших вам дней, а мы погнали дальше. Ого, друзья, Хаги-Ваги научился летать! Это что за... Динамит в меня летит, что происходит? Это, ребята, Крипер-мутант! Он здесь все взрывает. Так, ладно, быстрее придумаем план. Берем огнеметы и идем их бить. Не знаю, надо их просто одолеть. Надо уничтожить. Там колечко, это колечко, наверное, Соник потерял. Его нужно забрать. Так, слышь, вы, монстры... Уходите отсюда, брысь! Получайте, монстряги! На тебе, Хаги-Ваги! Тебе меня не сбить, зомбак! Я теперь летаю! Ага, конечно, не победить мне тебя! Иди-ка сюда! Давай, ну-ка, подлетай давай! Ой, ко мне крипер подобрался, уходи подальше! Так, мы сейчас наверх залезем и этого Хаги-Ваги просто... Подбьем. Надо сломать ему вентилятор, тогда он летать не сможет, да? Вот это хороший план. Так, иди сюда, Хаги-Ваги. Получай, да! Мы его одолели. А, ну Крипер-мутант разозлился и кидает в меня динамитами. Так, слышь ты, Крипер, иди сюда. На тебе, у меня сейчас все патроны закончатся. Чем я бить буду? О, все, монстр побежден, отлично. Вы видите, сколько у меня осталось патронов? Почти не осталось. Так, колечки заберем. Мало ли они Сонику понадобятся, да? Давайте их с собой возьмем. Это что за динамит? Так, о, я что, теперь тоже могу кидаться динамитами? О, классно! Друзья, смотрите, я тоже могу динамитами раскидываться. Ха-ха! Вау, вот это выглядит эпично. Ладно, возьмем их с собой. Мало ли понадобится еще. Кстати, колечко пропустил. Все, погнали быстрее в портал. Возвращаемся обратно. Вот такие супер интереснейшие разноцветные лестницы у нас получились. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, смотрите другие мои ролики. И всем спасибо за просмотр. С вами был Зомбак. Всем пока-пока.